всем привет а вот и новый выпуск журнала м хобби пожаловал выпуск номер два за 2021 год на обложке мы видим самоходную косилку плющилку наикрутейшая модель самоделка большая статья будет внутри журнала новинки моделей которые выходят или уже вышли в этом месяце начнем с 72 масштаба фирма Итальери. Выпускает Т-55А. Новая модель. С деталированным двигательным отсеком. АСМ. Очередная модификация МИГа-25. На этот раз истребитель-перехватчик ПД. Так, что тут еще интересного? Special хобби. Две модели. Две модели авиации. Одна из них японец. АЗе модел Чехия. На славу постарались аж раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать новых моделей. Большое количество немцев, конечно же, есть японцы, американцы, чего только нет. Советских машин, к сожалению, среди этого списка нет. Так, Милитри УМ БТ-7, что тут интересного? RS Models из Чехии Messerschmitt P1107. Это замечательно. KP Чехия. Так, одна модель Avia S199. SWOT Чехия Груман TBM. Переворачиваем страничку. Продолжаем. Dragon Напоминаю, 72 масштаб, четверка, J-модификация, 2 пантеры, 3 пантеры. Так, Королевский Тигр вместе э, с бойцами. Шерман. Fine Modes, это у нас фипи 40 Японских ВВС, сил самобороны вернее. Так, что тут интересное? Model Suite Харьков, Mirage 3C и Mirage 2000C. Три автомобиля от Kids из Чехии. Так, так, так. Эй. Миниатюр с Москва. Передвижная дизельная электростанция. Маслозаправщик, ремейский вездеход, топливозаправщик все из смолы. Московская Snake Modo, также смоляные детали, гучный трактор ТДТ-55, советский колесный экскаватор eo 3323 a советский средний арт самоход СУ-101. Так, из авиации больше ничто, ничего нет, поэтому мы переходим к 48 масштабу. И вот, по, на мой взгляд, самая интересная модель а, выпускает фирма Менг. Это у нас Boeing F-18 Эдуард Чехия, BF110 G4, очередная модификация. Дай бог, чтобы ребята отправились со своей беды, которая с ними произошла в прошлом году. Так, что интересно, больше интересно, очень интересно модель выпускает, будет выпускать фирма Arc Models из Москвы. Лавочкин 9, ла 9. Этот, на эту модель у нас уже открыт предзаказ. При покупке данной модели мы дарим подарок. Колеса. Колеса. И стоимость этой новинки очень очень приятная. Всего лишь 550 рублей. Очень большой новинок выходит в это месяце у фирмы у украинской фирмы ICM. Приход данных моделей данных новинок мы ожидаем 14-15 февраля. Все будет на нашем сайте. Самое интересное, как мне кажется, это советские пожарные. Правда, это фигуры из, уже из выпущенного набора Чернобыль 2. По 35 масштабу, что еще интересно у нас будет. Ага, это у нас Т-60, легкий танк, фирма Хобби Босс. У Арта также умопомрачительное большое количество новинок будет. Это и трамвай, и мастерская. Да что там будет, некоторые новинки уже у нас есть в продаже. Посмотрите в разделе новинки, также на нашем сайте, i-modelist. А Border Model 35 масштаб. Это у нас Messerschmitt BF109G6. Фирма Бегемот уже выпустила декаль. Это у нас также 48 масштаб на P40 p 40 в СССР. Обозначение на 41 самолет семейства ВВС нашей страны. И полный набор читаемых технических надписей на один истребитель. Замечательно. АВД. 6 новинок. Как обычно, 43 масштаб. ICM. Фигура. Римский гладиатор в 16 масштабе. Итальянские пилоты в тропической униформе. 39-43 года. Это у нас 32 масштаб. Первая статья в журнале – это итоги конкурса журнала М-Хобби за 2020 год. Модель года – это у нас панцирь от звезды. Лучшая миниатюра в 16 масштабе – это у нас АСЕМ, римский центурион. Лучшая модель мирной техники – АВД модус, городской автобус 5256 ЛИАС. Лучшая модель корабля – модель СС Урал в масштабе 700, комбрик фирма. Стартап года Модель истребитель И-1 московской фирмы от Винта в 48 масштабе. Ну и пара моделей от звезды еще есть. Следующая статья Антона Фенискова с города Москвы, очень актуальная. Герой из греческих мифов, это у нас модель C-130H, американский военно-транспортный самолет, 72 масштаб, фирма «Звезда», рейтинг 5 звезд очень интересная статья с описанием ошибок модели, как их преодолеть. На четырех страницах данные, данная статья. Следующая это у нас Алексей Сутягин, город Тверь. Время расставить точки модель а У. Фирма A Miniatures из Москвы, 72 масштаб, также 5 звезд. Для любителей современной техники. 72 масштабе, как вы понимаете. На 5 аж страницах. Дальше у нас учебная сушка 21 века, су 27 уб Это у нас Grid World Hobby, прекрасная модель, 48 масштаб. Александр Счастный, город Санкт-Петербург. Прекрасная модель. Отличная статья. Лично читал. Дальше у нас ICM Киев Стиман 517, 32 масштаб Сергей Вишняков, город Москва. Безрассудный людоед э, Дмитрий Колесник, автор статьи Ту-22. 144 масштаб Константин Лахтионов, город Санкт-Петербург, мины и гранаты, но маленькие. Миниард, Киев, 35 масштаб. Дорогой аккомпанемент, это у нас ICM Киев, Эдуард Чукашев, FCM 36, 35 масштаб. Модели прототипа раздел Юрий Пашалок, город Москва, дизельная черепашка из Марселя. Саксонская косилка Сергей Шакунов, город Могилев. Великолепная модель, как я уже сказал, самоделка. На обложке журнала данная фотография. 35-й масштаб. С чертежами. Кто захочет собрать косилку-плющилку, пожалуйста, покупайте журнал. Здесь вся-вся информация имеется. Голландский ультиматум продолжение. Вернее, это уже окончание статьи Андрея Аверина. Начало в ноябрьском выпуске за 2020 год. Модель эконом-класса Алексей Соколов. Рефтинский Свердловской области и 16 на лыжах. Ну и на этом все. Хотя нет, почти, почти все, но не все. В феврале выходит вот эта вот у нас новинка от фирмы «Звезда» Airbus A320 Neo. Прямо сейчас у нас уже есть предзаказ. Мы дарим вместе с этой моделью шикарные колеса. И на выбор две декали. Первая из них фирма S7 и вторая Уральский авиалиния. Так как в комплекте, в базовой комплектации, так сказать, к этой модели декаль идет фирмы скандинавский авиалиния СЭС. Данный журнал вы можете уже сейчас приобрести на нашем сайте i-modelist.ru, ссылка будет в описании к видео. А я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр, увидимся, услышимся, пока-пока, до встречи.